Строительство медицинского инфекционного центра стартовало в Каспийске, рассчитано учреждение на 76 мест. Сейчас на месте работают около 230 строителей и 36 единиц техники. Новую инфекционную больницу также возводят в Дербенте. Там территорию уже подготовили к монтажу канализационных труб. Стартуют работы по армированию. Строительство объекта будет завершено в конце июня. Напомним, его возводят по специальной технологии по проекту Минобороны России. Сейчас у нас идет обратная засыпка под фундаментную плиту, подготовка к бетонированию. Сегодня в ночь начинаем уже армировать, завтра предварительно будем, скорее всего, заказывать бетон.